Друзья, всем привет! Я Fix Price на Калантай 24, город Санкт-Петербург. 99 рублей новые силиконовые папки, формат примерно А4. Застегиваются на молнию, есть ремешок на руку. Состав: термопластичный полиуретан, полипропилен, нейлон и железо. Расцветок очень много, в основном все прозрачные, с милыми рисунками. Тут и пингвины, и кролики, и смотрите, какой милый зайчик. Написано: «Я твой друг». Еще один милый рисунок. И есть одна папка, вот такая непрозрачная. Кошелечки Совята, 149 рублей. Достаточно крупные. Застегиваются на молнию. Есть вот такой ремешок на руку. Фурнитура металлическая. Лапки, глазки и клювик. Внутри швы обработаны, есть подкладка. Полиуретан, полиэстер и сталь. Есть еще вот такие расцветки: серый и персиковый Совята. Новые сумочки из полиуретана, полиэстера, нейлона и стали. Цвета розовый, серый и такой персиково-бежевый. Фурнитура металлическая, длинная цепочка. Внутри есть подкладка, одно большое отделение и два кармашка. Цена 199 рублей. Кисточка. Сумки есть похожие, но размером поменьше. Тут одно отделение без кармашков. Тоже металлическая цепочка, но не целиком, а сверху вот такой вот под кожу ремешок. И расцветки розовый и серый, серо-голубой. И вот такой вот еще голубой цвет есть. Появились косметички с плавающими в жидкости блестками. Вот с таким милым зайчиком розовое, с мишками. С другой стороны рисунка нет, застегиваются на молнию. Еще с единорожкой и с пирожным. 149 рублей органайзер для косметики и аксессуаров. Посмотрите, какой он интересной формы, такой закрученный. Органайзер с блестками, золотистыми в данном случае. Также есть аналогичные с серебристыми блестками. Состав: полистирол и алюминий. За 199 рублей привезли набор цветных карандашей. В наборе 36 штук, это премиум качество. Также в коробочке идет точилка для карандашей. 149 рублей. Вот такая новинка в канцелярии. Это подставка для карандашей и для ручек. А я сначала подумала, что это такое ведерко маленькое. Я думаю, что как ведерко и тоже можно использовать. Мордочка вот так поднимается. И внутрь складывайте карандаши. Расцветок много. Мордочки разные. Мишки, Совята. 149 рублей. Полезная новинка в посуде – это миска с пластмассовой крышкой. Объем миски 3,2 литра. По составу это нержавеющая сталь и полипропилен. Крышки есть разного цвета. $199 корзинка для хлеба. Основание у нее металлическое, а сверху ткань крепится на кнопочки. Состав: углеродистая сталь и полиэстер. Расцветки есть красные и синие. Кроме прямоугольных, есть еще овальный вариант корзинок. Цвета такие же, красный и синий. В этом магазине много наборов с баночками для специй по 55 рублей. Солонки и перечницы в виде баночек, также в большом количестве по 55.
А это керамический чайник за 199 рублей. Он из вязаной коллекции. Были чашечки и пиалы. Объем чайника 700 мл. Подойдет для заваривания любого чая и сохранит все витамины. А вот и новая керамическая серия. Показывала вам маленькие кружечки с блюдцами, а тут появились салатники. Вот такой салатник 149 рублей, литр 250 миллилитров. Тарелочки по 55 рублей. Разные варианты картинок на них. По 77 рублей тарелки диаметром 20,5 сантиметров. У них приподняты края, наверное, можно использовать для супа. И есть еще вот такое большое блюдо длиной 31 сантиметр, 199 рублей. Есть маленькая соусница диаметром 10 сантиметров, цена 27,50. Пиалы я уже показывала, они 55 рублей. Еще появились вот такие кружки с лисичками. Это фаянс 350 миллилитров, цена 77 рублей. Небольшие симпатичные кашпо из доломита с глазурованной поверхностью, интересный узор у них, цена 77 рублей. Разные расцветки, голубые, белые, розовые, бежевые, и узорчики на них тоже разные. Смотрите, какие интересные хлопушки появились по 199 рублей. У них прозрачное основание, а внутри они набиты лепестками роз. Лепестки разного цвета, белые, розовые и комбинированные. Очень интересно, думаю, на свадьбу, возможно, ко дню Святого Валентина, и это отличный вариант. 55 рублей, вот такая лампочка, и это емкость с трубочкой для напитков. Прозрачные были, и вот сейчас увидела зеленые и розовые. Это стекло, металл и пластик, 400 миллилитров и выдерживает до 90 градусов. 199 рублей женские рукавички меховые. Смотрите, какие вышиты лапки на ладошках. Рукавички теплые, внутри толстый меховой пушистый флис. Думаю, в таких будет уютно. Состав полиэстер. 99 рублей шары декоративные из ротанга. В упаковке 10 штук. Шарики разного цвета и размера.